Открытие транспортной развязки на 59-м километре дороги М1 «Беларусь» – отличный подарок ко дню строителя. Новый участок дорожного полотна протяженностью 5710 метров включает в себя переходно-скоростные полосы основного хода трассы, путепровод и 7 съездов. При строительстве учитывали все меры безопасности движения и использовали различные элементы. Одним из таких стала экспериментальная разметка для водителей. Я думаю, что это сыграет крайне положительную роль. И не сомневаюсь, что вот мы сейчас отработаем и будем развивать и дальше. Мы там несколько моментов используем. И разметку. Мы сейчас вот тоже на трассе М12 несколько таких ярких логотипов наших, чтобы, ну, чтобы водитель, во всяком случае, вот, отвлекался от монотонности, что-то его привлекало внимание и ехал дальше бодро. Новая разворотная петля открылась раньше срока. Все работы проводились в рамках программы реконструкции трассы М1, которая реализовывалась с 2019 года. Еще одно преимущество развязки – быстрый и удобный заезд в парк «Патриот». Улучшить доступность нашему парку. Вот эта вот развязка, эта дорога будет способствовать увеличению посетителей. И вы все сделали для наших гостей. И сделали даже раньше того срока, который вы намечали. И особенно в преддверии нашего международного форума «Армия-2023». Дождь не помешал открытию, а наоборот обмыл новую дорогу. В будущем ремонтные работы на трассе М1 продолжатся на 86-м километре на пересечении с Московским Большим кольцом и поселком Дорохово. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».